Итак, в июне Госдума приняла закон о внесении изменений в организацию страхового дела, который отменяет обязательный техосмотр, но не совсем, а только для получения полиса ОСАГО. Закон уже подписан президентом, то есть для заключения договора ОСАГО диагностическая карта больше не нужна. Казалось бы, ура, но подождите. Потому что с 1 марта 2022 года в силу вступит новая редакция Кодекса об административных правонарушениях, по которой за отсутствие техосмотра физлиц будут штрафовать на 2000 рублей. При этом МВД и вовсе предлагает сделать техосмотр для личных автомобилей добровольным. Уловили тонкость? То есть вы добровольно не проходите опостылевший всем техосмотр, но за это вас каждый день могут штрафовать на 2000 рублей. Супер! Но это еще не все. Итак, по новым правилам вы покупаете полис ОСАГО без техосмотра. А зачем вы покупаете этот самый полис? Затем, чтобы в случае аварии, в которой вас признают виновным, ремонт пострадавшего автомобиля оплачивали бы не вы, а страховая компания. Но если вы не прошли техосмотр, страховая компания оплатит этот ремонт, а потом регрессом возьмет деньги с вас, потому что вы не прошли тот самый ненужный теперь техосмотр. Вот такой финт.